Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Федор. И сегодня такое интересное видео. Пришла посылка с AliExpress. Ну, вот она. И пойдет речь, можно ли устанавливать кое-какие вещи на машину, на BMW, которые вполне популярны на AliExpress, и люди их покупают. Вот. Речь пойдет об светодиодной подсветке номера. Именно безошибочный вариант, потому что в моем случае, хоть я использовал дорогие светодиодные лампочки от производителя Osram, все равно иногда ошибку выдает. Вот. Это, конечно же, как-то можно кодировкой, наверное, отключить. Вот. Но более дешевый вариант на осенней распродаже Черная пятница была на AliExpress, и совершенно смешные деньги. Такие вот соединенные светодиодные плафоны пришли. Это я их впервые, конечно, вскрываю, получается. Шли достаточно долго. Вот. А как выглядит плафон? Если честно, вот качество, ну, не хуже, чем оригинал. Оригинал достаточно уставший. Пластик достаточно крепкий. Следы клея, по-моему, были. Коннектор. Вот. Он подходит как на E92, получается, как на E60. Стандартный BMW-шный плафон. А с впаянным, получается, светодиодом внутри. То есть оригинально он разборный идет. И там лампочка меняется, галогеновая, на светодиодную, как у меня было сделано. А здесь уже светодиодный, там блок с обманками и прочим.